Республиканский конкурс произведений эпистолярного жанра для школьников под названием «Люблю тебя, мой край, родной Донбасс» приурочен к 300-летию основания Донбасса. Основные задачи конкурса – воспитание у подрастающего поколения любви к своему отечеству, уважительному отношению к историческому прошлому и настоящему, культуре и народу Донбасса, а также содействие раскрытию у детей творческих способностей, умение писать письма, точно и доходчиво выражая свои мысли и побуждать к осознанию юным поколениям важности почтовой службы в обществе. В конкурсе могут принять участие дети от возраста от 10 до 15 лет, которые проживают на территории Луганской Народной Республики. Для участия в конкурсе принимаются письма, написанные участникам собственноручно на русском языке, объемом конкурсной работы до 2 страниц формата А4. К участию конкурса допускаются только оригинальные авторские работы, нигде ранее не опубликованные и не могут участвовать в разных конкурсах. Каждый участник конкурса может представить несколько конкурсных работ. По завершении работы должно быть указано фамилия, имя, отчество конкурсанта, его рождение, место учебы, почтовый адрес индекса, контактный телефон, при наличии электронной почты написать. Конкурсные работы принимаются с 1 февраля 2021 года по 26 марта 2021 года и направляются письмами с обязательной пометкой на конверте. Конкурс «Люблю тебя, мой край, родной Донбасс». Соответствующий адрес конкурсной комиссии. Город Антрацит, улица Петровского, 30, индекс 94613. Дорогие ребята, приносите свои письма на наши почты. Для поощрения победителей конкурса установлены денежные вознаграждения. Главный приз – 3000 рублей. Более подробную информацию можно узнать в положении о конкурсе на официальном сайте ГУБ ЛНР, почта ЛНР. Новости телеканала «Луч».